Виртуальная реальность, кибернетика, световой поток – то, что постарались изобразить художники, участники фотовыставки «Эталон. Огненный поток». В центре композиция из 8 работ. Такие рисунки появляются в результате работы с огненным реквизитом. Свет – тоже искусство, уверены авторы проекта. Эта работа на стыке сайенс-арты и абстракции. И сегодня как раз-таки каждый может убедиться, зачем для того, чтобы нарисовать абстракцию, мы буквально танцевали с огнем, и как современные технологии и технические средства позволяют безгранично расширить возможности художника. Science Art – творческое направление, в котором сочетаются искусство и наука. Юным зрителям рассказали о процессе создания моделей композиций в виртуальном пространстве при помощи светового реквизита. Показывали детям пои, стафы, вира, контактное жонглирование и другие виды реквизита, которые позволяют как раз творчески выражаться и проявлять себя вовне в таком вдохновении и в состоянии потока. Собственно говоря, то, чем мы занимаемся в студии, называется искусство потока. Это новое направление в двигательных практиках, которое совмещает в себе световое шоу, боевые искусства, танцевальные практики и такую психологическую тренировку. Став или посох используется для того, чтобы также развивать свою координацию, пластику, гибкость, создавать красивые световые номера. В Одинцовской библиотеке номер 1 фотовыставка будет работать еще несколько недель. Успейте посетить, вход бесплатный. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».